отправляемся в очередное мини-путешествие, но в этот раз опять по Таиланду. Мы уже 3 месяца, как последний раз мы были на море в мае, в июне, в начале июня, это была Малайзия. Вот, и сейчас уже у нас октябрь, да? Почти начинается. Или уже ноябрь начинается. Вообще я уже на самом деле потерялась. Мы так много работаем. Как приехали с Малайзии, до сих пор не можем остановиться. Все работаем, работаем, такое вдохновение. Вот. Но пришло время, надо немножко отдохнуть, правда, потому что уже засиделись. И мы решили далеко никуда не ездить, ни в какую страну, а поехать на море в Таиланде. То есть мы сейчас летим на Краби. Вот, а оттуда километров 150 на автобусе или на машине, там посмотрим, до провинции Каолак. Мы там еще никогда не были. Ну, говорят, что Каолак – это провинция, которая развивается, и одна из самых неразвитых в плане туристическом провинция. 20 с лишним километров песчаного пляжа, которые прерываются ручьями, которые идут с материка. Красивое море, красивые пляжи, и отели друг от друга в километрах находятся. Вот. Ну вот мы, в общем, едем туда на 10 дней, хотим там провести. Кстати, оттуда недалеко, самое близкое, добраться до Семилановых островов и до Суринских островов, да, атоллов. Вот. Возможно, мы какой-то из них посетим. Я вот уже, на самом деле, хотела очень Семиланы посетить, но чем больше я про них читаю, тем больше я уже не хочу туда ехать, потому что они настолько сейчас популярны, там просто огромное количество народа, и уже от девственной природы там ничего не осталось. То есть приезжаешь, типа, 2 часа на катере до этих Семилановых островов, в итоге оказываешься в куче народов. Народа, где все снорклингом занимаются, дайвингом, лежат на пляже, загорают. Ну, в общем, как-то так. Но есть там еще с другой стороны, как бы Семиланы, получается, от Каолак с левой стороны, а с правой Суринские острова. И там практически то же самое. Та же живность, та же... те же рыбы, такие же острова красивые, но о них мало кто знает. Поэтому я все-таки подумываю, что мы, может, туда все-таки съездим. Ну, посмотрим, как будет обстоят дела. Вот. И, в общем, вот такой сделали, спланировали поездочку. Сильно много передвигаться не будем. Будем на одном месте. И вот только сделаем вылазки в национальные парки.